такую группу «Кенгуру». А у нас на сцене солист этой группы, специальный гость нашего концерта Игорь. Да, богата наша эстрада на имя Игорь. Наверное, это счастливое имя для артиста. Итак, специальный гость нашего концерта Игорь Сливин. Прошу. Во-первых, мне хочется очень поблагодарить Игоря Огурцова, Сергея, его друзей за прекрасную поддержку, за прекрасный концерт, за то, что у него есть такие друзья, которых не нужно уговаривать приходить, которые любят его песни. Пожелать всем Игорю, Сергею, всем его друзьям, всем артистам творческих успехов, побольше концертов и песен. Ну, там у нас танцы были, прыгали, танцевали. Ребята, вы говорите, как скачете, как кенгуру, а как это называется? Мы говорим, ну никак. Мы вдруг, ну, пришла мысль назвать наш коллектив «Кенгуру». Хотя потом мы, конечно, немножечко пожалели, что мы так себя, наш коллектив назвали. Мы не знали, что есть еще и пензенская группа «Кенгуру». Ну вот, но теперь, как говорится, к сожалению, нашего коллектива нет. И песня осталась, именно я ее написал в свое время, эту песню про кенгуру. Почему именно кенгуру, нас спросили, и пришлось написать эту замечательную такую песню. Итак, я хочу для вас спеть песню «Кенгуру». Ласты и маску с тобой.